надеюсь, что наши свидетели успели справиться со своей задачей. Димка, ты успел, да? Есть, хорошо. Ребят, давайте сделаем, знаете как, вот чтобы было по-честному, ты, наверное, идешь вот туда за свободный столик, хорошо? Дим, ты идешь вот туда вот за диджей, коричневый столик, и производишь подсчет. Договорились? Поехали, давай. Дорогие друзья, пока наши свидетели подсчитывают собранные средства, я прошу вас обратить внимание в мою сторону и посмотрите, пожалуйста. У меня в руках находится, собственно, главный приз сегодняшнего вечера, о котором мы говорили. Ребят, поймите правильно, это не совсем, ну не то чтобы приз, это больше, можно сказать, билет, это почетная миссия. Дорогие друзья, вот человек, который получит эту бутылочку шампанского, он точно приглашен на первую годовщину свадьбы наших молодых. И вот чтобы с этой бутылочкой его будут встречать как самого почетного гостя. Кто хочет получить бутылочку, поаплодируйте, пожалуйста. Ну так, чтобы я понимал, да? Дорогие друзья, поймите меня правильно, молодые выбирали эксклюзивное шампанское, потом вручную его украшали, делали все, чтобы было красиво, по-человечески. Я не могу отдать эту бутылочку просто так. Я предлагаю сделать за нее небольшой аукцион. И давайте так, стартовая цена 1 гривна. Кто готов предложить больше? 50! Сразу. 50. Тут тоже 50 гривен, я же понимал. Хорошо, так, 50. 100. 100 гривен. Раз. 200. 200 гривен за этот замечательный подарок. 200 гривен раз. Неужели... 250. Это ты скинулся, да? Так, 250. Хорошо. Кто еще? 250 гривен раз, дорогие друзья. Я надеюсь, что там никто не начинается. Кто сказал? Соседний зал, правильно, то есть, ребята, да? Я бы сказал, VIP-комната у вас. 300. Расчет на месте, я напоминаю. Сразу. Так, 300, да? Все, хорошо, 300. 300 гривен раз. 310. 500. Давай хоть 350. Кто сказал 500? 500. Думаешь, я не пригласил? 500. 500 гривен готов отдать братик за бутылочку шампанского. Вы понимаете, просто еще в чем весь вопрос. А вдруг уже через годик можно будет посмотреть на малыша, там, пощупать. Мы же не знаем, чем сегодня закончится свадьба у молодых, да? И так далее, друзья. Поэтому это дорогого стоит. Итак, 500 гривен раз. Неужели все? Мне показалось, вы что-то хотели сказать, если нет, да? Так, 500 гривен раз, еще раз повторяюсь. Все? 510. 510! Что? Сколько? 10. Тысячу. Это ты за 10 гривен, да? За 1000, папа, ну скажи честно. Слушай. Андрюша, ты как даже почему? Я тебя за язык не тянул. 1000 гривен раз. Правильно, да? Да, хорошо. 1000 гривен два. Соседний зал, что молчим? Может, 1300, нет? Может, завалялось там где-то? Да, нет? Или да? 1300, я правильно понял? А, нет, простите. 1000 гривен раз. 1000 гривен два. Я напоминаю, расчет на месте у нас, если что, да? Человек, там, приват-банк, все, ты мне ни туда, ни сюда. А по перечислению можно? Что? По перечислению можно? Повезло, да. Ну, хорошо. Итак, 1000 гривен два с половиной. 1000 гривен три. Продано, ваши аплодисменты, Андрюхе! Андрюха, выходи. Выходи сюда. Давай, дорогой. Собственно, я говорил, расчет на месте. Я тебе бутылочку, ты мне 1000. Все нормально. Батя, батя. Давай, иди за батей, мы подождем, все нормально.
А, батя уже все. Ну, кто рассказывает папе, где лежит твоя заначка? Ты же понимаешь, что это? Чреват. Так, 1000 гривен. Давай сюда. Аплодируйте Андрюхе, пожалуйста. Это был самый достойный покупка. Ты молодец. Я приглашаю этого почетное. Андрюха, встань. Так, 1000 гривен у меня. Ребята. Дим, ты посчитал или нет? Я что-то не могу понять. Вы уже...